Так, Volkswagen Passat. Значит, делаем видео на покраску. Вот такой у меня прибор Этари, который пробивает и железо, и алюминий. Для того, чтобы сэкономить время, я уже прибором прошел по машине. Сейчас в одной точке только покажу покраску. Пробиваю я обычно в 4-5 точках. Капот. Норма этого прибора 140-160. 150 капот. Крыло 150-148. Дверь водительская 140. Задняя левая дверь 130. Заднее левое крыло 146. Багажник 122 даже. Идем дальше. Заднее правое крыло 150. Задняя правая дверь 136. Передняя правая дверь 140. И переднее правое крыло 161. Крыша у нас 154. И крыша у нас 143. Проемы 125, 112, 118. Задний 111, 116. Дальше у нас 93. 112. Еще одну точку ударим. 95. Водительская сторона. 105. 110. 107. Так, теперь у нас работа мотора. Она, в принципе, он работает нормально. Единственное, что вот шуршит у нас какой-то ролик. Антифриз в норме, мотор чистый. Лишних потеков я не наблюдаю. Здесь везде сухо. Здесь везде сухо. Так, следующий момент, это у нас как работает коробка. Значит, смена режимов. Норма. 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 С места она двигается сама, самостоятельно. Лишних замечаний, дерганий, каких-то провалов не наблюдается. Вся система работает. Зеркала у нас, подъемники работают, передние, задние работают. Зеркала у нас тоже работают. Так, есть у нас скол на стекле, я фотку сделал, два таких скола, они внизу. В принципе, пластики все на месте, салон тоже аккуратный, единственное, что надо водительскую сидушку будет чуть подшить. Так, короткое видео по поводу езды, сейчас мы посмотрим, как она себя ведет. Едет
едет хорошо, плавно. Надо температуру выставить. Ролик свистит, а так, в принципе, набирает хорошо. Тупости нету. Сразу у нас четвертая передача. Да, за этим дядьком я, конечно, далеко уеду. Едет хорошо. Ничего лишнего не слышно. Тормоза в норме. Не скажу, что что-то работает не так в машине. Только вот этот ролик. Ну, подшипники проверить не смогу. Это только на трассе, где можно разогнаться хотя бы до сотни. А я в городе, и здесь светофоры, узкие улицы, поэтому, к сожалению. Но на первый взгляд пока ничего не слышно.